поставил. Так, вот теперь смотри. Подожди. Сейчас я позакрываю личный, с открытым было смотрел новости. Зайди на любой личный твой видеоролик. Вот это. И вот здесь вот, видишь, у тебя написано, у меня по-английски, а у тебя по-русски, у тебя написано «Открытый доступ». А я, значит, делаю ограниченный доступ, и тогда, допустим, пишу «Сохранить». И, так, и теперь, значит, если вернуться к списку твоих видео... Вот здесь он, здесь возврат, вот он. Ты вот видишь замочек. То есть ты файл забросил, значит, ну только взял его, значит, ограничил. И затем, значит, уже вот не в этом режиме, а уже, так сказать, вот в нормальном режиме нередактирования, ты, значит, сидишь и периодически, значит, нажимаешь на то, чтобы файл обновился. Значит, где у тебя тут на вкладке, или где там функция, или клавишу F5 обновить. До тех пор, пока у тебя не появится, значит, твои, значит, вот 1080. Как только они появились, все, бежишь тогда вот снова в эти вот настроечки. И открываешь доступ для файла, нажимаешь сохранить. У меня, значит, опять-таки все это из опыта. У меня так было, я, значит, сделал один видеоролик, только-только, значит, забросил его на трубу, и у меня, значит, буквально там через пару минут выскакивает коммент: любезный, а почему в таком низком качестве ролики-то выкладываешь, всего лишь 3.60? Ну, я ему, значит, отписался, что нужно подождать, значит, там 20-30 минут, и все будет нормально. А сам тут же побежал, закрыл доступ к файлу, и теперь поступаю всегда так. Файлик сделан, файлик заброшенный, и пока не появится необходимое мне разрешение, мое 1080, у меня стандарт, теперь сам понимаешь, почему, потому что видео-то качественное получается. Да. Вот, как только, значит, после вот этих нескольких обновлений там, ну это обычно, я тебе говорю, 20-30 минут, как только, значит, эта шестереночка с красненькой штучкой HD появится, значит, я бегу и открываю его, значит, в открытом доступе. А вот здесь, в настройках, я еще что делаю? Сейчас, Леш, покажу. Значит, здесь в настройках, так, показать все, сначала самые популярные, я обычно выставляю сначала новые. А здесь ставлю, значит, вот, с указанием авторства. Вот практически все мои настройки, которые я делаю, как говорится, на трубе. Все правильно, я не... Вот, в таком виде, да. Теперь, значит, я хочу открыть в новой вкладке. То есть, понятно, настраивай свой Вивальди. То есть, как видишь, вот появилась шестереночка, значит, и появилось, что твое видео, значит, в высоком качестве. Еще, может быть, это тебе головную боль добавляло. Возможно. Ну, теперь, как говорится, вот оставшиеся нюансы ты уже знаешь. И теперь, значит, ты у меня уже, это, кстати, на моем блоге заведен, как говорится, человека, который может помочь людям, вот кто делает видеоролики в настройке там видео. Да. Вот. Ну вот таким вот образом. Перенаправлять на мой блог. Открой где-нибудь мой блог. Вот сейчас посмотрим.
Сейчас, секунду. Да, в любой там. Ну, открываем любой бровер. Вот, допустим, давай сюда. Открываем любой ролик. Настройки видео. И вот здесь сразу, значит, вот мой блог. Людей, значит, перенаправляя сюда. Почему? Потому что видеороликов около 200 штук, у них там крыша поедет. А так, вот, пожалуйста. Откуда скачать мои сборки? Откуда скачать официальные дистрибутивы? Как выбрать систему загрузчики файлов, какие есть, и в Linux, и в Винде, и как ISO проверить, и как ее записать в Linux и в Винде, и как записать с флешки на жесткий диск. Что вообще такое сборки, с чем их едят, и, значит, основные сборки, которые я делал. Кому-то нужна помощь, значит, вот уже сам знаешь, значит, есть хороший раздел, где указаны люди, которые могут помочь. Корень выскакивается вот так, вот просто нажимается вот здесь и все. А здесь по программам. И, естественно, я всем очень рекомендую всегда, значит, вот программу SystemBug, потому что при помощи этой программы, ну, скажем так, люди сократят себе много часов при там различных восстановлениях, там, от ошибок и так далее. Вот. Но плюс, значит, если кто-то уж там сильно будет, есть теперь, там пиши сам сценарий, там режь ролики, ну, резать-то, склеивать-то уж умеешь. Ну, нюанс еще, ну, открой OpenShot, еще один нюанс покажу. Так. Блин, у меня я уже потерял, вот он. Открой любой видеофайлик, без разницы. Иди в видео. Да. И поставь на линейку времени. Да, добавить. Вот, допустим, так, сейчас, подожди. Вот, допустим, ты ролик запустил. И какой-то кусочек ты хочешь вырезать. Как ты это дело делаешь? Я так делаю? Да. Да я, честно говоря, целиком видео запихиваю просто. Я не раз нарезал вообще. Вот смотри. Я, допустим, начинаю просматривать. Несколько видеороликов склеивал. Я начинаю их просматривать. Ага. И вот... Я просмотрел, ага, я чувствую, что вот этот какой-то участок мне здесь нужно взять и убрать. Я вот так вот беру назад, возвращаюсь, нажимаю, значит, на проигрыш. И как только дошел до того места, где, допустим, я чихнул, я нажал на отметку, и где, так сказать, ненужная часть ролика закончилась, я снова нажал на отметку. Теперь я иду спокойненько, значит, останавливаю. Отметки-то у меня стоят. Вот я здесь снимаю ножнички, удаляю клип, удаляю эту, удаляю эту. Эту теперь я могу взять и подвинуть вот сюда. Ну, сохранить там проект, ля-ля-то-поля. А здесь могу, допустим, уже начать с того места, где у меня был грех, и посмотреть, все ли правильно я вырезал, а может быть, надо еще побольше вырезать. И пошло. Иногда бывает, что пропадает глаз. Иногда бывает, значит, смотри внимательно. Иногда бывает, что звук пропадает вот так вот. И иногда бывает, если ролик очень тихий, то можно вот так вот зайти в свойства и вот в звуке можно сделать его на максимум. Да. Вот так вот, да, 150.
Ну, вот сейчас практически уже и все. То есть различные, значит, участки ты вот этим отметчиком отмечаешь, затем становишься на стоп, берешь ножнички, отрезаешь ненужный фрагмент, подтягиваешь части ролика один к одному, и у тебя получается, как говорится, уже, ну, там, по твоему усмотрению, именно, потому что иногда бывает... Там я ролики делаю, там записываю, там может быть час и два, это самое, или полтора. А у меня ролики получаются там по 20, по 30 минут. То есть я их режу, как говорится, нещадно. Это порегулировать, значит, ну вот здесь он практически почти что весь там твой ролик, может быть, будет виден. Ну, у тебя он довольно-таки длинный получился. Вот. А здесь, значит, в большом масштабе, значит, тут крупно, там буквально части там видны. Ну, смотри, значит, я тебе самое главное, как говорится, здесь это дело показал. Так что теперь ты уже считаешь, что ну уже все нюансы. Да, то есть теперь ты спокойно людям сможешь, как говорится, там помогать и так далее. Ну, а Google Chrome, значит, браузер держи, потому что он все-таки, ну, как бы является золотым стандартом, а уж если, как говорится, на нем что-то не идет. Вот. А вот увидишь, у разных браузеров иногда бывает вот с этим проблемы. Так что, ну, пользуйся им, конечно, если тебе нравится. Но если делаешь, допустим, видеоролики, то тут подключайся уже Google Chrome, потому что он тебе, скажем, даст. Но у меня до этого стоял не Chrome, а Chromium. Это же одно и то же. Ну, это да, ну, одно и то же. Ну, вот мы тебе скачали сейчас и поставили самую последнюю версию. Угу. Тебе уже больше, как говорится, ничего там и не нужно. Вот. Ну ладно, значит, ну я считаю, что теперь я тебе, ну, уже всем нюансам, какие знал, показал. Да, и плюс у меня, значит, естественно, на моем блоге в разделе OpenShot, опять-таки, ты, значит, там все эти мои видеоролики найдешь, если надо, всегда просмотреть, просмотришь. Да, я уже просмотрел, я же здесь в шоке был. Ладно, Леш, я желаю тебе удачи. Давай, теперь уже твоя очередь с людьми делиться, им показывать и рассказывать. Так что, значит, присылай мне ссылочки, буду их с удовольствием смотреть. Угу. Ну, иногда там буду там что-нибудь подсказывать. Вот. Ну ладно, давай, удачи. Давай, добро. Спасибо, до свидания. До свидания.